Дорогу к платформам МЦД-1, Новодачная и Долгопрудная благоустроили. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас расскажу подробности. Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на информацию Департамента капитального ремонта столицы сообщает, что дорогу к платформам московских центральных диаметров «Новодачная и Долгопрудная» благоустроили. В ведомстве отметили, что новодачная станция была первой платформой, где провели работы по транспортной и пешеходной доступности. По информации издания, от станции также продолжили велодорожку длиной 500 метров. Отмечается, что была благоустроена и территория от жилой застройки на Долгопрудной аллее до одноименной платформы. На этом у меня все. Следите за новостями столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!